У меня в 12 хайс, и сегодня у нас будет обнова Ждун Старса. На самом деле, много обновлений вышло, но я решил все обновления, которые за последнее время вышли после обзора игры, вот это еще давно, еще было где-то 3 месяца назад вроде, снять в одном видео, то есть в этом видео, вот, да. И, кстати, да, получается, у нас что нового у нас вышло, это вот новые ждуны, вот, там новые локации, новые режимы, и все, вот, как бы, да. Там, конечно, очень много всяких крутых ждунов, как бы, вышло. Вот. Итак, последний у нас ждун у нас был, это Звездный Воин Ждун. Ну, и здесь у нас вот новые ждуны, вот такие вот новые ждуны, там еще вот, там есть всякие отсылочки, там всяких там мемам, всякое такое. Давайте поехали с дрессировщиком ждуна. Вот дальше Тор ждун. Ждун фотограф, ждун дворник даже вот есть такой вот. Да, и, кстати, ждун фотограф, кстати, очень крутой получился. Вот, да, реально, зацените. А, ждун дирижер, ждун новосчик такой вот есть, вот, типа, новости рассказывают. Ждун почтальон, ждун скульптор и ждун сварщик. Это, кстати, отсылочка к мему сварщик. Дальше у нас ждун парикмахер такой. Ну, конечно, не такая же прям красивая, но, ну... Нормально. Ждун охранник такой вот самый крутой тоже вот. Ждун кричащик. Это, кстати, самый бесячий ждун, особенно это самый бесячий ждун для нашего ждуна. Вот он, ему этот ждун прям реально бесит прямо. Прям бомбит уж ждун от него. Потому что он кричит, блин, всех вызывает, блин, из этого, блин, не знаю, микрофона, что ли, как там называется. А дальше у нас идет ждун маляр. Это, кстати, у нас легендарный ждун. Ну и ждун астронома такой вот у нас, типа, вот есть. Бобыч ждун, а кактусный ждун у нас дальше идет, вот такой вот прикольный вот, с таким вот мечом, таким колючим. Дальше ждун мороженщик, отсылочка к этому мороженщику, к этой игре, потому что у него там, видите, там у него тоже такая же прям одежда, какой там мороженщика. Мороженый ждун, ждун меня снег, а который хочется на этого, на лошадину ждуна, и хочет его зарезать и съесть. Жестокий какой, реально, смотрите, что-то реально жесткий, самый злой такой. Ждуна Тавр, да, это отец этого лошадину ждуна, да, это, получается, его отец такой, да. И он, получается, его защищает от этого ждуна мясника, чтобы это, ну, он его не убил. Вот токсичный ждун такой прикольный, такой тоже страшненький вот. А ждун Пушистик самый такой милый, такой добрый вот. Ждун дальше идет такое прикольное название. Ну, он, кстати, это типа как дедушка ждун, только дедушка ждун экзе такой вот, такой вот страшный, который всех делает экзе. А вот получается ждун экзе, он всех убивает. Вот. А червяной ждун такой вот у нас жесткий, такой тоже страшный. Вот это, кстати, вот лучший друг этого ждуна экзе. Да, вот так у нас жестко, вот, да. Вот. И сумасшедший ждун, самый такой вот у нас лютый, самый такой у нас балдежный ждун, потому что он, ну, как бы тут вроде... Он не сумасшедший, вроде как кажется, но на самом деле нет. Это он просто притворяется таким, типа, что он такой, типа, нормальный, такой, типа, гордый. На самом деле нет, он очень сумасшедший, вот. Ну, это у нас, короче, все вот ждуны вот такие вот. Дальше посмотрим у нас. Это режимы и локации. Итак, у нас появились вот такие вот режимы, как главное не задохнуться, сладкоежка. Но, конечно, не очень-то и помню, конечно, какие у нас там последние режимы были. Ну, короче, вот можете посмотреть, вот. Ну, вроде показывал, да. Дальше у нас будь аккуратен. Такой вот есть режим хлоп попыт. То есть там, типа, там, где нужно поймать как можно больше этих бобжунов, это и их, это, короче, залопать, захлопать, короче. Он очень голоден, это как раз про этого, про ждуна мясника, то есть он прям каннибал какой-то, реально. И среди нас, эти XE, то есть получается среди нас это на английском Among Us. Такие вот у нас режимы. Ну и последний у нас это локация. Тут, конечно, немножечко локаций так добавилось. Ну, давайте перечислим эти локации. Вот. Токсичный город, кровавый замок смерти, мороженая долина, попыт мир, бар и пушистый мир. Да. Так что давайте на этом закончим. С вами был Хайсплей. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. И особенно... И главное еще, извините, а каждый ждуна вот это по 10-бальной шкале. И напишите в комментариях, какой ждун вам больше всего понравился. Всем удачи, до скорой встречи, всем пока-пока.